Здравствуйте, господа! Сегодня я хочу поделиться одной очень интересной новостью о проекте. Но перед этим сначала я хочу представиться и хочу вам рассказать, почему именно я выбрал этот проект, чтобы вы могли сами сделать правильное решение для себя. Зовут меня Майкл, или как меня звали раньше в бывшем Советском Союзе, Михаил. Я сам родом из Риги. Уехал в Америку еще в ноябре 1979 года. В Риге я, как и все, ходил в школу, занимался спортом и служил в рядах Советской Армии. Правда, служба у меня была простая, так как благодаря спорту я занимался в спортивном батальоне, и все было, как говорится, гладко. А в Америку я приехал в 1980 году в январе месяце. Я, кстати, в сетевой маркетинг попал в этом же году, в 80-м, в августе месяце. Но все это время на стороне я работал в традиционном бизнесе тоже. Сначала где-то 2 года я работал жестянщиком, потом я встретил девушку Марину из Харькова, на которой я, в принципе, в течение 6 месяцев мы поженились, вот уже женаты 32 года, и я переехал тогда из северного Нью-Джерси, переехал жить в Филадельфию. И в Филадельфии я пошел учиться и работать на ювелира. А в будущем у меня было 2 ювелирных магазина в городе Филадельфии. И также у меня была компания по продаже медицинского оборудования в Нью-Йорке. И все это время я занимался на стороне сетевым бизнесом. Ну, как вы видите, у меня был очень большой опыт традиционного бизнеса. И, в принципе, я работал много, ну и зарабатывал неплохо тоже. Но все равно потихонечку, постепенно я строил свой бизнес сетевого маркетинга. И основные мои проекты всегда были проекты здоровья. Сегодня я не буду говорить о проекте здоровья, я просто хочу вам рассказать немножко, чтобы вы имели представление обо мне. Мне 59 лет, я до сих пор принимаю продукты, добавки для питания, занимаюсь спортом. И в 59 лет, как вы видите, физически я развит нормально. Я в свои 59 лет даже могу на перекладине подтянуться 30 раз, что не каждый молодой парень может сделать. В 1991 году я попал в один проект, в котором я нахожусь до сих пор. Этот проект был связан с финансами. Правда, в этот проект я пошел только для того, чтобы научиться, как правильно инвестировать здесь, в Америке. Потому что, когда живешь в такой стране, как Америка, и видишь, что напротив тебя такое богатство, то хочется все. А то можешь потрогать, пощупать, а иметь нет. И я начал учиться и изучать, как правильно инвестировать деньги. Ведь, в принципе, в Америке где-то 90% богатого класса инвестируют деньги каждый день, каждый месяц. И только 10% среднего класса делают то же самое. И у меня пошло, хотя я пошел в этот проект для того, чтобы научиться для самого себя, но у меня пошло хорошо, мне начало это нравиться. Я даже был 4-й в штате Пенсильвании по продаже инвестиций. Но все равно у меня мои любимые проекты всегда были проекты здоровья. И до сих пор у меня есть еще 2. У меня, в принципе, 3 долгосрочных проектов. Первый проект, в который я вошел в 91 году. Второй проект, проект здоровья, который я вошел в 2003 году. И третий проект, в который я вошел в 2005 году. До сих пор у меня эти проекты работают. Я зарабатываю неплохо. Как говорится, не жалуюсь. Но где-то 2 года назад произошел один случай, который очень сильно повлиял на то, что я начал делать после этого. Был очень интересный семинар. Семинар был в Нью-Йорке. 3 дня. Семинар рассказывал, как правильно использовать интернет для продвижения своего бизнеса на интернете. Не в зависимости, каким бизнесом вы занимаетесь. И, к сожалению, я на этот семинар попасть не мог, потому что я узнал о нем очень поздно, и мне надо было уехать, и я был далеко от Нью-Йорка. Но один из моих партнеров, он сам парень из Индии, очень молодой парень, очень энергичный и очень успешный в сетевом бизнесе, он туда пошел.
Он за эти 3 дня сделал много записок, сделал даже рекординг, записал. И потом, когда я приехал, мы с ним сели вместе, и пару дней мы, как говорится, это все пережевывали, изучали. Что же было интересного на этом семинаре? На семинар собрали, люди, которые устроили этот семинар, они собрали 7 человек. Эти 7 ребят не знали друг друга. Но у них у всех была общая. Они очень сильно используют интернет в продвижении своего бизнеса. Так вот, эти 7 ребят за 5 лет вместе взятые продали на интернете продуктов на сумму в 12,5 миллиардов долларов. Можете себе представить? 12,5 миллиардов долларов. Я просто обалдел. Самый молодой парень среди них, ему было всего лишь 21 год. В этот год, когда происходил семинар, так как он проходил в декабре месяце, за 11 месяцев он заработал 88 миллионов долларов. Господа, я провел в сетевом бизнесе более 34 лет. Видел много очень богатых людей. Сам заработал немало. Я могу смело сказать, что я заработал намного больше денег, чем 97% людей, которые находятся в сетевом бизнесе, когда-либо увидят за всю свою жизнь. Но я ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-нибудь из сетевиков, на каком бы уровне они находились, заработал 88 миллионов за один год. Это грандиозная цифра, фантастическая, это можно сказать космическая цифра. И мы стали это изучать. Первый проект, который я запустил, я пошел участвовать, я за последние несколько лет испробовал, наверное, 4-5 проектов. И какие-то были удачные, какие-то были неудачные. И запустил один проект, я туда попал, один из первых дистрибьюторов, была такая компания Global One, и многие, может быть, о ней слышали. К сожалению, участь этой компании была не очень хорошая, где-то через, 8-9 месяцев она просто закрылась. Но, к сожалению, такие проблемы происходят в сетевом бизнесе или в любом бизнесе, от этого не застрахован никто. Есть неписанные законы, как говорится, что ли, и случаются вещи, когда все разваливается, к сожалению. Но меня это не испугало, я все равно иду вперед. Вы знаете, в Америке говорят, что если вы возьмете хоть одного очень богатого человека, я имею в виду миллиардера, среди них нет ни одного, кто бы хотя бы 2 раза или даже 3 раза потерял все. Но они все равно продолжают работать и продолжают настойчиво идти вперед. Поэтому они богатые. Люди, которые бедные, в основном это те люди, которые комплейнуют, которые жалуются и в своих неудачах ищут кого угодно, но только не себя. Но в Global One я успел проработать эту систему, информацию, которую я получил с этого семинара. Я вам расскажу, а вы сами судите, что произошло. За 6 месяцев я со своими партнерами, мы привели в бизнес 160 тысяч дистрибьюторов. Мы заработали колоссальные деньги за короткий срок. У меня много ребят было, которые, не все, конечно, потому что, к сожалению, не все работали, но многие ребята у меня заработали деньги, которые мне сами звонили и говорили: «Майкл, мы таких денег никогда не видели в своей жизни». И разговор идет о молодых ребят. 25 лет, 35 лет, 40 лет. Эта система работает. К сожалению, компания, как я сказал, рухнула, но здесь уже никто от этого не застрахован. Но я не забыл то, что мы сделали. И я начал делать, как говорится, ресерч, смотреть, изучать маркет. Какой же продукт, какую программу запустить благодаря этой системе на интернете, чтобы она охватила весь мир? Ведь подумайте, господа, что на интернете на сегодняшний день уже где-то более 3 миллиардов людей. И каждый день прибавляются миллионы. Поэтому если запустить такой продукт, чтобы можно было охватить все страны, это был бы просто колоссальный взрыв.
И, может быть, среди нас бы появились люди, которые могли бы заработать 88 миллионов долларов за один год. Я начал рассуждать. Ну, у меня есть два проекта, которые очень хорошие проекты, и у меня большие группы, дистрибьюторы, партнеры во многих странах мира. Но это продукт здоровья. А продукт здоровья, к сожалению, я не думаю, чтобы я бы смог запустить на интернете такого масштаба, потому что, к сожалению, в большинстве странах еще нету такой доставки продукта, как это есть, например, в Америке. И из-за этого очень много проблем. И чтобы компании открыть ту или иную страну, и чтобы там было, не было проблем с доставкой, это занимает очень много времени и очень много денег. Поэтому продукт здоровья отпадает. У меня есть продукт инвестирования, которым я нахожусь много лет. Но это компания, которая делает бизнес только в Америке. Это компания, в которой мы продаем страхование жизни и инвестиции. Но только в Америке, а так как в Америке очень серьезные законы, то это тоже не пройдет в других странах и на интернете запустить нельзя. Я даже вошел в одну русскую компанию. Я не буду называть имена, имя компании. Многие люди, может быть, сейчас это видят и знают, о какой компании я говорю. И это тоже неплохая компания. Я, в принципе, доволен все, что я там вижу. Но, к сожалению, она на русском языке. А 3 миллиарда людей, которые находятся на интернете, самый основной язык или самый популярный язык – это английский. Значит, они тоже не готовы, эта русская компания, для англоязычного бизнеса, во всяком случае, сегодня. И вот буквально где-то месяц назад, чуть меньше, чем месяц назад, позвонил мне товарищ мой. Его зовут Фернандо Лагуда, он сам вырос в Лас-Вегасе. Я извиняюсь, он живет в Лас-Вегасе, а сам вырос в Сан-Диего, Калифорнии. Тоже очень успешный сетевик, он в сетевом бизнесе 26 лет. Очень богатый человек, у него был очень большой традиционный бизнес. И тоже добился очень больших успехов. И когда мне такие люди звонят, я всегда прислушиваюсь. И он мне начал рассказывать о криптовалюте. Я слышал немножко, но никогда не вкладывался в это и не изучал, что это такое. Я знаю, есть такой биткоин, и сейчас где-то уже, наверное, около 400 разных криптовалют. Ну, биткоин самый лучший, самый большой, потому что он был самый первый, и в него уже вложено более 5 миллиардов долларов. Когда я начал изучать, я обнаружил одну очень интересную вещь, что очень большой процент американцев, миллиардеров, не миллионеров, миллиардеров, вкладывают деньги в биткоинс. Вот это меня заинтересовало. Помните, я вам давно говорил, или есть такая, так говорят, что хочешь заработать миллион долларов, найди человека, который его уже заработал, и сделай то же самое. Поэтому я заработал миллион долларов, и не один. Конечно, заработать миллиард, это очень-очень тяжело. Но меня интересует делать то, что делают те люди, которые уже заработали миллиард. Я начал изучать дальше. Я обнаружил, что на сегодняшний день во всем мире уже 500 тысяч компаний используют биткоинс. Я не буду перечислять все компании, но такие компании, как Dell Computer. И буквально на днях Microsoft сделал объявление. Они начинают принимать биткоинс. Вы вообще представляете, что это такое? Что Microsoft начинает принимать биткоинс. Это просто невероятно. Я начал смотреть, а какую же компанию выбрать? Ведь компаний очень много уже на сегодняшний день, которые продают разную криптовалюту, и каждый кричит, что его самое лучшее, и его бизнес самый лучший. Ну, знаете, как говорят, каждый хозяин свою корову хвалит. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что именно его проект намного лучше, для меня это имеет в виду, знаете что? Ноль. У меня есть свое мнение, и я хочу сам изучить, так ли это или не так. А, к сожалению, те люди, которые предлагают тот или иной бизнес, они всегда строят очень высокие замки, но когда задаешь конкретный вопрос, ответа никто не имеет. Потому что никто не знает. Так вот, я нашел компанию благодаря моему товарищу Фернандо Лагуда.
Компания в приланче. Они запускаются в 2015 году, но компания уже работает полным ходом. Чем она отличается от других компаний, где можно купить биткоинс? Наша компания – это майнинг, которая добывает не только биткоинс, а все те криптовалюты, которые они считают на сегодняшний день, приносят деньги. Но отсчет идет всегда от биткоинс, потому что это самая большая и самая сильная валюта на сегодняшний день – криптовалюта. Кстати, биткоин – это единственная криптовалюта, которая зарегистрирована на Нью-Йоркской бирже. Нью-Йоркская биржа – это самая большая биржа в мире, которая благодаря этой бирже, она контролирует экономику всего мира. Таких бирж три. В Америке – в Нью-Йорке, в Англии – в Лондоне и в Японии – Токио. Это самые главные, самые крупные биржи, на которых зарегистрирована уже криптовалюта биткоин. Это имеет очень большое значение. Много, может быть, для многих вас вы не понимаете, что это такое. Ну, просто поверьте мне, что я говорю, это очень-очень важно. Есть уже много бирж и в России, и на Украине, и в других странах. Но самые крупные – это три. Нью-Йорк, Лондон и Токио. Это очень важно. Значит, что происходит? В нашей компании компания добывает криптовалюту. Когда она добывает эту криптовалюту, эта криптовалюта идет, в данном случае биткоин, или если какая-то валюта приносит больше, тогда эта валюта, она идет в пул, куда люди вкладывают деньги. И каждый день они делят, не раз в неделю, не раз в месяц, не раз в год, каждый день они делят эту криптовалюту, или в данном случае биткоин, перед всеми участниками этого пула. Это очень большое значение имеет. Я вам приведу пример. Например, сейчас биткоин стоит где-то, наверное, $350. Он все время прыгает вверх и вниз, как и доллар, как и другие валюты, как и золото. Это нормально. Например, вы купили 10, это просто пример. Например, вы купили 10 монет. И это вы заплатили 3500. Через три года, потому что эксперты говорят сейчас, что через три года биткоин может дойти до суммы в $10,000. И если через три года так и произошло, ну вы вложили 3500, вы выбрали $100,000. Большой заработок, правда? Какая же польза у нас? Потому что благодаря майнинг, и вы получаете на свое вложение каждый день определенный процент, то, о котором я расскажу, то через 3 года у вас может быть, если вы вложили на 10 коинов, у вас уже может не 10 монет, а может быть 20 монет. И вы сделали то же самое, вложили то же самое, но благодаря от нашей системы у вас через 3 года будет намного-намного больше денег. Чтобы зайти в наш проект, нужно заплатить $99 один раз. И вы становитесь членом нашего клуба пожизненно. Что вам это дает? Вы получаете веб-сайт, у вас будет бэк-офис. Кстати, забегая вперед, наша программа уже переведена на 5 языков. Это английский, китайский, корейский, испанский и русский. Да, все переведено на русском языке буквально неделю назад, и бэк-офис, и первая страница, так что проблем для русскоязычных уже не будет. Но самое главное, что рекламировать это можно на английском. Помните, что самый, как говорится, лучший вариант рекрутирования или продажи того или иного продукта на интернете – это английский язык. Значит, за $99 вы становитесь членом этой компании пожизненно, не надо платить ничего месячно, и здесь вы можете зарабатывать деньги, не рекрутируя. Конечно, если вы будете рекрутировать, вы заработаете больше. Как вы можете зарабатывать деньги, не рекрутируя? У нас существует три пула. Первый пул – это минимальный пул $500.
Второй пул – $1000, третий пул – $2000. Например, я зашел, я купил сразу три пула. Но это не значит, что можно, что это нужно делать вам. Вы можете всего лишь купить один пул. Что вам это дает? Если вы покупаете пул за $500, это вы попадаете в первый пул. И все, что в этом пуле происходит, вы будете и добыча этих биткоинс, вы будете получать 0,3% в день от своей суммы. Что это значит? Это где-то, если я не ошибаюсь, от $500 $1.50 первый день. Второй день вы уже будете получать 0,3% не от $500, а от $501.50 и так далее и тому подобное. Вам дается, когда вы вкладываете $500, вам дается 1000 дней. В течение 1000 дней каждый день будет расти ваша сумма. И через 1000 дней, если в среднем у вас идет 0,3 или 0,4% в день, то если 0,3%, это вы зарабатываете через 1000 дней 9500 от $500, это никого не рекрутируя. Это очень большая сумма. Я вообще считаю, если у человека нету $500, ему нужно пересмотреть всю свою жизнь, потому что, значит, что-то он делает неправильно. Если у него есть лишние $500, и он их положил в банк и зарабатывает копейки, даже если он зарабатывает $10 в год, то это всего лишь $50 от 500. А здесь вы заработаете за 1000 дней, то есть почти за 3 года 9500 минимум. Это не считая, если вы начинаете рекрутировать. Если вы рекрутируете людей, то вы получаете от 15 до 27,5% от той суммы, которую они вкладывают в бизнес, и от той суммы, которая растет каждый день. Я не буду говорить сейчас о 27%, но когда вы начинаете рекрутировать с первого дистрибьютора, вы получаете минимум 15%. Еще раз, с той суммы, которую человек вкладывает, вы получаете 15%, плюс вы начнете получать 15% от той суммы, которая будет расти у этих людей на $500. Для того, чтобы вы были квалифицированы на это, вы тоже должны один раз вложить $500 на 1000 дней. Вы можете потом вкладывать больше, меньше, чем $500 нельзя, но вы потом можете вкладывать больше, сможете добавлять деньги, вы сможете делать, в принципе, сколько угодно, нету никакого, как это сказать, знаете, как говорят, я уже забыл, как говорить по-русски, еще не научился, как говорить по-английски. Нету никаких условий в том смысле, сколько ты можешь добавлять денег. Добавлять денег можно безлимитно. Господа, я никогда в жизни в сетевом бизнесе не видел таких ростов. Мои спонсоры, которые перевели меня в бизнес, за два месяца, уже два человека заработало $100,000 за два месяца. За первые два месяца. У нас уже 20 человек в компании, которые заработали за первые два месяца $50,000. И более 50 людей, которые заработали за первые два месяца $20,000. И все это благодаря, конечно, тому, что они рекрутируют людей в бизнес. Я не буду рассказывать вам очень много информации, потому что это будет головная боль. Просто чтобы вы знали, что вся информация у меня есть. Есть уже много информации на русском языке. И, как я уже сказал, веб-сайт на русском языке. Поэтому, если вас это заинтересовало, пожалуйста, выходите со мной на связь. Вы можете со мной сконтактироваться по скайпу. Я с удовольствием отвечу каждому из вас на все ваши вопросы, почему я так считаю. И остальное в заключение просто хочу вам пожелать, чтобы вы в 2004 году, господа, оставили все свои болячки, все свои неудачи, весь свой негатив и все свои долги. И что в 2015 году у вас у всех было столько счастья, здоровья и денег, чтобы вы не знали, чего у вас большего. Еще раз, господа, я хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили мне немножечко времени и просто послушали мою информацию. Счастливо и до скорой встречи, господа!